Черт, не вышло из меня сильной женщины. Они все мертвы. Мир рушился, и я бредил. Прочь оттуда. Мы на месте. Макс. Дорогой друг! Прости. Макс, есть здесь кто-нибудь? Я бы ее трахнул. Макс, Пей, брось оружие! Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? У меня в голове было пусто. Дырка от пули вместо всех ответов. Возможно, я не хотел ничего знать. Я хотел разбить себе череп и вырвать оттуда боль. Пейна я уберу. Дайте он трогать. Полиция Нью-Йорка. Не с места. Нашел его. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Назад, Пейн! Уинтерсон! Красив до тошноты. Погожий летний день. Капли дождя блестят в траве в свете заката. Поют птицы. Психиатрическая клиника. Розовый фламинго. Люди сердца. Никуда ты отсюда не уйдешь. Что случилось? Это твоих рук дело. Отдел внутренних расследований дышит мне в затылок. Это ты? Ты убил ее? Нет, я не могу. Это моя вина.
прошлого не убежишь. Будешь только бегать по кругу. Пока не упадешь в ту самую пропасть, из которой пытался выбраться, только на этот раз она будет еще глубже. Я пытался убежать от прошлого, перечеркнуть его. Уинтерсон была мертва, а я стал убийцей. Нет, неправильно. Началось все до больницы. Тогда роковой шаг уже был сделан, мосты сожжены, и дальше было только хуже. Я жаждал понести наказание. Помоги! Нет! Дайте подкрепление. Они вооружены и, возможно, есть заложники. Вас приняла. Подкрепление начинаю. Я иду внутрь. С прошлым я ничего сделать не мог, поэтому просто следил за дорогой, не глядя в зеркало заднего вида на жертв. Я решал мелкие проблемы, расследовал преступления других людей. Полиция! Эй, полегче, полегче. Я тут просто убираюсь. Чё по закону, чё слово? Я работаю на фирму «Чистка до блеска». Ты не слышал сейчас ничего подозрительного? Вроде нет. А, стойте! Вы имеете в виду сверху, из оружейной мастерской? Отведи меня туда, живо. Конечно, если вы так этого хотите. Знаете, клёвая у вас копов работа. Все, что от вас надо, прибыть на место преступления, немного осмотреться, убирать всю грязь, мозги, кишки и дерьмо приходится нам. Я детектив. А, тогда вы понимаете, о чем я. Вам достается всеобщее уважение, а нам что? Точно. О да, вы понимаете, о чем я. После вас, детектив. Одежда преступника не сбила меня с толку. Он хотел завести меня в ловушку. Преступники переоделись в уборщиков.